Как живет Иркутская область в новых экономических реалиях? Об этом рассказал Игорь Кобзев на международной конференции, мероприятии, организованном ГИМО и Российской ассоциацией по связям с общественностью. Приангария – опорная для страны территория. Мы входим в десятку динамично развивающихся регионов. Здесь реализуется более 180 масштабных инвестиционных проектов общей стоимостью около 3 триллионов рублей. Многие из них нацелены на импортозамещение. Проекты получают очень значимую поддержку со стороны правительства страны, сообщил глава региона. Развитие будет и налоги, и высокооплачиваемые рабочие места. Значит, будут бюджетные средства на решение социальных задач. Я хотел бы привести один пример. Это Иркутский авиационный завод. Сегодня мы вместе с Сергеем Викторовичем Чемизовым и с Юрием Борисовичем Слюсарем работаем реализации этого проекта. Понимаем, что сегодня это будущее авиастроение. Понимаем, что это необходимо. Мы все ждем с 2025 года серийное производство МС-21.